Мы находимся в одном из самых красивых и нетуристических мест Черногории. Это Меандры Чехотины. Слово для вас неизвестное, но я его перевожу как изгиб или синусоида. Вы видите за моей спиной, что река действительно находится в таком забавном изгибе. Сверху смотрится с коптера потрясающе, так что если есть у вас птичка, берите ее с собой. Ну как? Как тебе наш медовый месяц, муженек? А пивка холодного предложить? Да, тут пиво не хорошо, бережно лето. Когда-то здесь было построено водохранилище. Называется оно Атиловичи, и его главное предназначение для охлаждения турбин теплоэлектростанции в городе Плевля. Ну а еще вот эта река у нас питает сам город Плевля и, видимо, его окрестности. Мне кажется, что туристический потенциал реки Чехотина не использован. Я вижу повсюду массу пустых мест, где бы очень хотелось поставить кемп, отели, панорамные какие-нибудь ресторанчики. Ну а пока что имеем то, что имеем. Это панорамная беседка с этим забором, прекрасным природным деревом, сидушкой. Это единственное, где мы можем так понаслаждаться сверху этой панорамой реки Чехотина. Еще внизу, знаешь, что есть тропинка, ее называют рыбарско-стаза. То есть для рыбаков есть тропа. Кстати, я их видела, действительно там рыбачат. Если у вас есть каяк, сап и другое плавсредство, тоже можете его привести к этой рыбацкой тропе и покататься. Меандры Чехотины находятся в 20 километрах от города Плевля и прекрасно соединяются с мостом Джурджевича, с городом Жабляк. Ну и по дороге я вам рекомендую заехать на этноводяницу Чирович. Это такая мельница на горном источнике. То есть можете сделать интересный познавательный маршрут. Смотрите, какую вкуснотищу нам дали. Вот это да. Офигеть. Многие сравнивают нашу реку Чехотина с изгибами реки Увац в Сербии. Действительно, похоже, как синусоида и та эта река, но наша черногорская красивее. Все-таки цвет у нее изумрудный, красивый, а в Сербии такой, знаете, грязноватый. Ничего, что камень в их огород. Об этой красоте природной черногорцы сами узнали не так давно, несколько лет назад, когда турорганизация Плевли поставила здесь указатели на дороге, поставила вот эту беседку классную, где можно посидеть, отдохнуть, возьмите с собой напитки, закуски. И так народ потихонечку пошел. Ну а потом Инстаграм тоже сделал свое дело. Важная рекомендация, когда будете сюда ехать, не верьте картам. Ни Google Maps, ни Maps.me, они вас поведут через горы каким-то жутким бездорожьем. Вам нужно ехать через Плевлю, Атиловичи, по нормальной двухполосной дороге, ну а потом вы уже свернете на указателях на деревню Моторуга. Небольшое будет бездорожье, где оставите машину и останется пешком пройти 100 метров. Так что всем рекомендую. Вокруг полно красивых мест, с чем можно совместить в единый маршрут. Приезжайте и наслаждайтесь. Да? Мы ее заслужили.